В этот майский день мы приветствуем вас на нашем праздничном концерте. Поколения, рожденные после войны, вечно будут помнить подвиг ветеранов фронтовиков. Наших победителей помнить и безгранично благодарить за жизнь, за мир, за радость жития. Для вас поет участница телепроекта «Голос дети», победитель всеукраинского конкурса детского творчества для «Гравидит Украины» Анастасия Лоскот. Вечный огонь.